Всем привет! Сегодня мы будем готовить жареный рис с кимчи и морепродуктами. Это корейское блюдо, но я его немножечко модифицировала. Мы будем использовать черный рис. Также мы добавим кимчи, морепродукты, смесь дашида. Если вы не можете найти эту смесь, можно использовать просто куриный бульон. Один кубик достаточно. Также используем пасту гопчан. Это корейская паста для мяса. Приступим. После того, как мы начинаем уже жарить рис, можно попробовать немножечко. Если не хватает соли на ваш вкус, тогда добавляем дальше, в зависимости от того, сколько вы хотите. Все готово. Жареный рис с кимчи и морепродуктами. Приятного аппетита!